Сегодня в видеообзоре хочу вам показать вот такую вот подставку. Можно назвать, конечно, подсвечником. Вообще это подставка для свечного картриджа. Вот такое вот место, куда вставляют. Все вам они известны. Это такая в дюралюминиевой оболочке. Тонкая такая шайба, невысокая свеча. Вот такой вот домик с одной стороны, с другой стороны подставка для картриджа. И вот на таких вот шарообразных ножках. Интересный вариант для оформления такого, скажем, вечернего интерьера. Будет отбрасывать такую уютную тень на стены в виде домика. Окна будут гореть. Домик будет, силуэт домика затемненный, такой вот с трубой, с сердечком. В общем, если будет их несколько, будет такой создан, может быть, такой новогодний вечерний антураж. Одним словом, неплохой вариант для альтернативного какого-то романтического освещения вашего жилища. Пожалуйста, кого заинтересовало, заходите, смотрите, выбирайте. В нашем магазине неимоверное количество различных подставок, подсвечников, канделябров. Обязательно для себя что-то подберете. Спасибо.